Операция «Возмездие» подтолкнула Брюссель к действиям. По словам азербайджанского эксперта, Азербайджан может прибегать к небольшим военным операциям тактического характера, чтобы подталкивать Армению к нужным Баку решениям. Азербайджанский политолог Исса Джавадов прокомментировал калибр АЗЭТ, сказалось ли на договороспособности руководства Армении недавняя военная операция Азербайджана «Возмездие». «Я думаю, что операция «Возмездие» подтолкнула Брюссель к новым действиям и подвижкам в армяно-азербайджанском противостоянии. Еще с момента столкновений на армяно-азербайджанской границе в ноябре 2021 года стало ясно, что Азербайджан может прибегать к небольшим военным операциям тактического характера, чтобы напоминать армянскому руководству о последствиях затягивания политического урегулирования. Не зря ведь со времен прусского монарха Фридриха II существует афоризм «Пушки – последний довод королей».